Есть ли какая-то разница в духовном плане, если мы начнем их между собой сравнивать? Или война — это любые две войны похожи? Очень сложный вопрос. Это, я думаю, что по сути это вопрос следующего характера. Какова религиозная оценка каждой из этих войн? Ну, вы знаете, во-первых, я думаю, что религиозная оценка, скажем, войны с Наполеоном и Второй мировой войны, она однозначна. И церковью было высказано. Это войны оборонительные, связанные с защитой нашего Отечества. По поводу других конфликтов, я думаю, что оценку этим конфликтам все-таки должны давать, ну, не рядовые священники. То есть речь идет о священноначале. А дело в том, что у каждой из конфликтующих сторон своя правда. Но суть состоит в том, что церковь должна следовать правде Божией. А правда Божия, она состоит в простых тезисах. Первый тезис для оценки военных действий – это любовь к ближнему, любовь к родине, любовь к своему народу. Второе – это понимание нужд других народов. И третье, не менее важное – осознание факта того, что безнравственными методами нельзя достичь блага для своего собственного народа. И вот если ответы на эти вопросы совпадают с Евангелием, соответственно, оценка войны – это праведная война. Это война, к сожалению, необходимая, но она не связана вот с грехом напрямую. Если же по каким-то пунктам возникает сомнение, то, ну что ж, из песни слов не выбросишь. Я затрудняюсь вот каждому из этих конфликтов дать какую-то вот такую-то религиозную оценку. Вот, потому что я думаю, что церковь со временем это озвучит.